Гостями праздника стали женщины из стационара роддома, будущие мамы, которые по разным причинам находятся под наблюдением врачей в преддверии важнейшего события в своей жизни – рождения малыша. Хотелось бы пожелать всем здоровья, хотелось бы пожелать всем удачи, хотелось бы пожелать, чтобы детки рождались здоровыми. Будущие мамы своими руками создали коллажи на тему «Кто такая мама?», прошли мастер-класс по изготовлению подарка для малыша, а также приняли участие в викторине с вопросами о беременности, подготовке и готовности к родам. Будущие мамы смогли понять, как правильно одевать подгузник, потренировавшись на кукле. Этот день необычный, 8 марта еще будет много-много, но этот будет для вас особенный. Вы ждете своих детишек, вы в ожидании счастья. Желаем вам счастья, здоровья, легких, быстрых родов. А мы со своей стороны обязуемся сделать вас счастливыми, помочь вам во всем, чтобы вы стали счастливыми мамочками. В завершении состоялась медитативная релаксация, которая, по мнению психологов, благоприятно влияет на эмоциональный фон беременной женщины. Затем все участницы получили подарки от благотворительного фонда «Лизонька». Беременные женщины высказали большую благодарность Ольге Мисюкевич за такую поддержку, внимание и заботу. В Одинцовском роддоме в этот день царила поистине праздничная атмосфера. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».